случилось? Ох, Сэм, у тебя опять лопнул шарик. Сил, ты не поверишь, этот шарик словно взбесился, я его вообще не трогал. Сэм, какой у тебя чудесный наряд, мне очень нравится твой стиль. Какой такой наряд? Ты о чем? Надо взглянуть в зеркало. Ой, этот шарик всего меня облепил, а ну-ка слезай. Кстати, Сэм подсказал мне отличную идею, и я знаю, чем мы сейчас займемся. Мы сделаем еще несколько нарядов для Барби из воздушных шариков. Сэм, ты где? Сэм, нас ждет новый проект. Сил, уже бегу. Привет, ребята! Сегодня мы... Что? Последуем примеру Сэма и сделаем наряды для Барби. Ого! Так чего же мы ждем? Ну, давай шарик, я его быстренько лопну. Нет же, ничего лопать не нужно. Нужно сделать все аккуратно и красиво. Эй, ты же просто испортила целый шарик! Я даже с ним не поиграл! Ничего я не испортила. Я просто обновляю куколки гардероб. Смотри, какое классное платье у нас получается. Осторожнее, только не порви, а то получится, что шарик был потрачен впустую. Не переживай, я всегда очень аккуратно работаю. Ладно, ладно, поверю тебе на слово. Ах, спасибо, господин, я падаю на ровном месте. Я просто наступил на шнурки. На какие шнурки, Сэм? Ты же не носишь обувь. На твои шнурки, которые ты вечно разбрасываешь повсюду. Сэм, так это же ты разбросал всю обувь, когда играл с шариком. Да? Я даже не заметил. Ну ладно, тогда обвинения с тебя снимаются. Сэм, а что мы потом будем делать для Барби? Аксессуары, конечно же. Точно! Вот из этого сделаем симпатичный чокер. О, а сейчас я научу тебя делать очень крутую штуку. Меня уже ничем не удивишь. Я слишком много видел. Ха, подожди еще секундочку, и ты ахнешь. Конечно, конечно. 3, 2, 1 и... Смотри, Сэм. Вау, и правда круто. И так просто. Я тоже себе такую бабочку хочу. Сэм, ты куда убежал? Я решил, что тоже хочу выглядеть солидно. Смотри, какую бабочку я себе сделал. Действительно очень стильно. Так держать, Сэмми. Выглядим потрясающе! Мне кажется, мы готовы к любой вечеринке! А у меня появилась еще одна идея для наряда! Сэм, неси новые шарики! Сью, смотри, какой веселый шарик я нашел! Давай что-нибудь сделаем из него! Отличная идея! Сделаем из него топ для легкого летнего наряда! Сначала вырежем отверстие для головы и рук. Главное, не отрезать ничего лишнего! Я знаю, ты справишься! К тому же я видел там еще один похожий шарик. Сэм, что бы я делала без твоей поддержки? А что такого? Мы все делаем ошибки. Ребята, напишите в комментариях, какая часть наших проектов для вас самая сложная. О, как же тяжело надеть этот топ на Барби. Дорогая, не будь такой упрямой. Сью, ты так похожа на заботливую мамочку. Точно. Так, еще чуть-чуть и готово. О, а это что будет? Это будет юбка. Мне так нравится работать с шариками. Их легко резать, и у них очень яркие цвета. Смотри, какие замечательные складки получились. Потрясающе! Тебе, наверное, жалко, что нет больших воздушных шариков. А то бы ты себе тоже наделала платьев. В точку. Парочку я бы себе точно сделала. Мне кажется, чего-то не хватает. Сэмми, одолжи мне свою красную бабочку. Пожалуйста, я тебе еще одну сделаю. Спасибо, Сэмми. Теперь идеально. Красотища! Какой яркий наряд получился. Кстати, Сью, а ты помнишь, что Барби любит спорт? Может, заодно сделаем ей наряд для фитнеса? Отличная идея. Давай сделаем его прямо сейчас. О, это же мои шарики, которые я спрятал и забыл, куда именно. Ага, я очень удивилась, когда в кроссовках для бега нашла склад с шариками. Так вот, куда я их положил. В следующий раз придумай место получше. Конечно! Она еще не видела, сколько всего лежит в ящике для носков. Сэм, что ты там шепчешь? Придумываешь новый розыгрыш? Нет, вообще-то я его уже реализовал. Но я тебе ничего не скажу. Пусть это будет сюрприз. Ох, задам я тебе когда-нибудь трепку за такие сюрпризы. Ребята, что он вам сказал? Напишите в комментариях. Нет, не надо! Так, теперь нужно натянуть топ на Барби. Ох, Сэм, ты мне не поможешь? Как? Хочешь, я буду кричать кричалку? Сью, сью, сью! Давай быстрей, давай смелей!
Так держать ты сможешь! Ю-ху! Сэм, прекращай! Ты меня смешишь! О, а это что будет? Белые леггинсы! Кстати, у меня где-то тоже есть такие. Надо их поискать и надеть завтра на пробежку. Может, мне тоже начать с тобой бегать? Это, наверное, так освежает. Во время бега у меня часто появляются новые идеи для наших видео. Серьезно? Может, у меня тоже появится миллион идей? Потому что ты все делаешь с запасом? Нет, потому что я талантливый. Просто мне иногда требуется помощь. Помощь? Мне вчера была нужна твоя помощь, а ты не пришел. Я просто заигрался и не услышал, как ты меня звала. Ты же знаешь, сколько у меня дел. Сэм, да ты на все найдешь отговорку. Но зато я точно знаю, что зрители никогда не пропускают новые видео на нашем канале, потому что они нажимают на колокольчик. Готово. Сью, мне кажется, чего-то не хватает. Ой, ты прав, без напульсников совсем не то. Вот, другое дело. Сью, да ты у нас настоящая мастерица. О да, теперь у Барби есть отличный наряд для фитнеса. Я тут вот что подумал. А давай сделаем из Барби настоящую принцессу. Ого, у меня как раз есть идея для такого наряда. Так чего же мы ждем? Вперед! Сначала сделаем основу для платья. Это будет узкое платье в пол. Звучит впечатляюще. Надеюсь, выглядеть будет так же достойно. Вот сделаем, и увидишь, как будет круто. Конечно, я же тебе помогаю. Без меня бы ты не справилась. Сэм, а как же иначе? Ты мой главный помощник. А еще главный резчик. И самый быстрый слайм в мире. Смирись с этим. Ага, и лучший прилипатель к клею. Я же не виноват, что клей так и тянет ко мне. Клей просто не может устоять. Не обижайся, Сэмми. Догадайся, что это будет. Шляпка? Почти угадал. Но это не шляпка. Может, тогда бейсболка для девочек? Сэм, опять не угадал. Мой профессиональный глаз говорит, что это все-таки шляпка. Не торопись, Сэм. Сейчас сам увидишь, что это не головной убор. Ой, ты права. Это больше не похоже ни на шляпку, ни на бейсболку. Зато наша куколка теперь настоящая принцесса. Ага, это точно. Сэм, мы вышли на финишную прямую. Осталось совсем чуть-чуть. О, так быстро? Мне казалось, мы только начали. Просто у нас уже столько опыта. Ребята, а вы помните другие наши видео, где мы делали наряды из шариков? Посмотрите ссылки в описании. Ладно, последний шаг, и наша принцесса готова сиять. Тебе не кажется, что цвета какие-то не такие? Ну, не знаю. А что ты предлагаешь? Закрой глаза. Готово. Сэм, ты же поменял куклу. Это платье лучше сочетается с темным цветом волос. Сэм, ты настоящий мастер своего дела. Мне кажется, пора открывать свою мастерскую дизайна одежды. Слаймео Самани. Это точно. Не трогай мои усы. Ой, Сэм, извини. Так, я нарядился. Где принцесса? Ох, неужели за мной пришел прекрасный принц? Собственной персоной. Прошу, моя леди, нам пора спешить на бал. Сэм, а ты ничего не забыл? Так-да, до 9 вечера мы вернемся. Это, конечно, хорошо, но ты забыл попрощаться со зрителями. Ах, точно. Пока-пока, ребята. Поставьте лайк, если вам понравилось сегодняшнее видео. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Пока-пока. Thank you.